Всем привет! Хочу вам показать выставку Киасма, новую часть информационной технологии. Буду все без комментариев, смотрите сами, здесь сложно что-то понять. Но идея, что компьютерные технологии проникают в наш мир, мы ими живем. В общем, смотрите сами. Кто досмотрит, конечно. Все, пока, всем привет, до свидания. Все это демонстрируется на большом экране. Стоят стулья, можно посидеть, посмотреть на это действо, наверное, можно так. Но я, честно говоря, особо ничего не понял. Просто показывает варианты. Что можно сделать? В цифре. На компьютере, наверное, да. Вот такое действие получается. Что тут? Я даже не знаю, что сказать, потому что это очень сложный вопрос. Говорят, что произведения, представленные на выставке ARS-17, затрагивают тему настоящего и будущего в цифровом мире, заимствуют технологии и образы из интернета и компьютерных игр. Ну, так написано в описании этой выставки. Выставка демонстрирует, как цифровые технологии, различные стадии создания произведений с содержанием современного искусства. Вот так написано в аннотации к выставке. Ну, сами судите, что это такое. Можно ли назвать это искусством? Может быть, почему и нет. Вот, собственно говоря, и все. Посмотрели мы эту выставку. Кто досмотрел, конечно. Забавно. Местами даже интересно. Все, пока. Всем привет. До свидания. До следующих встреч.